Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Ventura на цоколь HB3 с температурой свечения 4300 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы. Мощность ламп 35 Вт. Каждая лампа защищена пластиковым колпачком, для того, чтобы не повредилось при транспортировке. Питание подключается к данным лампам 12 вольт с помощью стандартного разъема. Блоку розжига идут три разъема, два которые идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это желательно знать при замене и выборе ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная, все то же самое. Одну из ламп мы подключим к блоку розжига. Подключается все очень просто, разъем в разъем. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Таким образом, лампа полностью готова к подключению питания. Сейчас подключим и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание. Лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы, как правило, всегда очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Температура свечения в данном комплекте заявлена 4300 кельвинов. Как мы видим, она такова и есть. Световой поток с желтым оттенком. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.